Прифронтовые города на востоке Украины уже больше года живут в постоянном напряжении. Трагические новости с востока стали обыденным явлением. То кто-то подорвался на мине, то боевики обстреляли жилые кварталы. В начале июня в Азовском море, недалеко от Мариупольского порта, произошел взрыв пограничного катера. В результате взрыва погибло двое человек. Все восприняли это как очередную диверсию. К тому же сразу после аварии штаб АТО заявил, что это была морская мина. Однако нам удалось узнать и о других версиях. Оказалось, что на том катере военное руководство и местные бизнесмены что-то очень и очень бурно праздновали. И сепаратистская мина тут совсем ни при чем. Говорили, что военные там пьяные награли. Наверняка был вариант о том, чтобы приготовить там какие-то шашлыки, потому что были интересные гости у них, потому что у Бондарчука неинтересных гостей не бывает. Один из них, насколько я понимаю, погиб. Почему военное руководство так тщательно скрывает подробности этой трагедии? Секретные материалы отправились в Мариуполь, чтобы разобраться. Вибух катера на очах маріупольських відпочивальників в Азовському морі спричинив саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомили в прес-центрі АТО. В июне этого года в 4 километрах от берега Мариуполя произошел взрыв на патрульном катере пограничников. На борту было 7 человек. Двое погибло, остальные получили серьезные ранения. Штаб АТО поспешно заявил, что крушение катера произошло из-за морской мины боевиков. Но спустя почти 2 месяца эта катастрофа обрастает новыми шокирующими подробностями. А детали взрыва почему-то тщательно скрывают от прессы. Версии не будет. Я вам сразу говорю. Ну, потому что версии не будет. Версий никаких не может быть. Даже не установлен предмет, который взорвался. Секретные материалы решили разобраться в этом загадочном крушении. Местные пограничники и военные не на камеру говорят, что никакой мины не было. Взрыв произошел на борту во время морской гулянки высокого начальства. Суббота-воскресенье, классная погода, к чему бы не прокатиться. Он в пьяном виде заказывает женщин каким-то и так далее. Говорили, что военные там пьяные награли. Халатность гулящих чиновников после громкого скандала с пьяными танкистами в Константиновке в этот раз решили списать на российских диверсантов. Поступила информация от командира загону. Вийшли два катери для надання допомоги. От. Практично всі були підняті з води. Командир катеру не був знайдений. От. Як потім стало через 3 дні відомо, знайшли тіло. І після проведених відповідних експертиз встановлено, що тіло – це якраз і був командир катера Антон Маслій. Тем временем пограничники не спешат называть имени второго погибшего. И мы выяснили, почему. Оказывается, среди погибших был гражданский человек, который почему-то находился на военном судне. А вы рады ли, что был какой-то гражданский человек на катере? Так, да. А кто это был? Не могу сказать такую информацию, потому что снова же это... Скажем так, проводится следствие, уже по результатам следствия уже будут оглашены результаты. Однако не на камеру все же признаются, это якобы был местный волонтер. Хотели с моря посмотреть те оборонительные сооружения, которые строятся, противодесантные сооружения, которые строятся вдоль берега. А гражданский человек, он, скажем так, оказывал помощь финансовую и тоже хотел посмотреть, на что он как бы дает деньги. Погибшим оказался довольно известный в Мариуполе человек. Татар Виталий Анатольевич, известный как директор мариупольского ресторана «Вимарка». Он был одним из помощников местного депутата, работал заместителем председателя Приморской райадминистрации и председателем комитета самоорганизации населения. Местные доктора рассказали нам, что такие морские прогулки выходного дня здесь бывают нередко. И с военной службой они совсем не связаны. Командующий состав, я знаю, там, кто выходит впереди. Наверное, на погранкатерах, просто покататься, развеяться. Да. Суббота-воскресенье, классная погода, к чему бы не прокатиться. Версию о том, что начальство решило устроить себе отдых на катере, в выходной день подтверждает и военнослужащий. Ну, то, что вот на катере присутствовал командир сектора М Василий Бондарчук, в воскресенье, приводит к мысли только о том, что он подставил просто командира этого
морского погранотряда, да, Романа, и просто сказал, что давай вот прокатимся. Все ли прокатились? Вероятно, погибший Виталий Татар был главным гостем начальника сектора М Василия Бондарчука, который тоже был на этом же катере. Это были интересные гости у них, потому что у Бондарчука неинтересных гостей не бывает. Люди, которые могут или влияют на принятие решения. Это однозначно. Простых людей у Бондарчука не было. По словам военного, Василий Бондарчук всегда любил погулять. В пьяном виде заказывают женщин каких-то и так далее. Сотрудники морской охраны, естественно, утверждают, что разгула и пьянки на военном объекте быть не могло. Версия, что там якась пьянка была на катере. Значит, одразу были доставлены в лікувальні заклады и взяты відповідні експертизи. Вони показали, что вмісту алкоголю ни в одного в крови не было видно. Что же могло взорваться на катере во время этой морской прогулки? Говорят, что это был газовый баллон, с помощью которого на палубе жарили мясо. Был вариант о том, чтобы приготовить там какие-то шашлыки. Однако сами военные такую версию опять же отрицают. Никакого газового баллона там не могло быть. Вот, не было и не могло быть. Потому что сразу, одразу, когда катер был доставлен сюда, работала следственная группа, полностью было оглядано. Своя версия событий у медиков Мариупольской больницы, куда поступили все, кто был на том катере. Здесь подтверждают, что алкоголя в крови пострадавших не было, но говорят о халатности военных. Вы думаете, что все-таки они подорвались на какой-то из этих фишек, просто чтобы по неосторожности, да, возможно? Совершенно верно. То есть каждый нормальный военнослужащий, тем более на морской катер, он должен был сообразить, что эту фишку трогать нельзя. Однако версия, что это якобы была украинская мина, весьма сомнительна. Ведь авария произошла совсем недалеко от порта и всего в 4 километрах от берега. Скорее всего, ничего не поднимали, так как эта версия изначально неправильная, потому что там проходят пути кораблей, которые выходят и заходят в порт на разгрузку и загрузку. И эту версию сразу отняли те люди, которые знают, и те же портовые рабочие. Мы решили выяснить, вследствие чего мог произойти взрыв и насколько повреждено судно. Морская погранслужба Мариуполя согласилась показать секретным материалом тот самый катер. Всего 3 человека, плюс углядова группа, яка выходит на реализацию завдать мой похорон державного кордона. Максимум до 10-15 человек. Для того, чтобы оценить характер взрыва и узнать причины, мы обратились к эксперту. Видно, что это взрывное устройство не находилось в воде, потому что весь корпус катера ниже ватерлинии, он не поврежден. Видно, что это на баке был подрыв, взрывное устройство было сверху, либо вмонтировало внутрь, или так или иначе находилось где-то вот здесь. О том, что взорвавшийся предмет находился на катере, рассказывали и очевидцы трагедии. Однозначно можно сказать, что что-то находилось на катере, что, в общем-то, и подтверждает один из офицеров окружения того же Бондарчука, то взрыв, который в момент взрыва сам находился в трюме, что взрыв был сверху катера. Учитывая эти факты, официальная версия военных выглядит весьма сомнительно. Что не выдерживает версия критики столкновения с устройством, плавающим в воде. Ну, это никакое не взрывное устройство, самодельное, там, и точно не морская мина. Потому что морские мины, это все, они предназначены практически все для поражения крупных судов. И от этого катера морская мина не оставила бы даже молекул. Что именно взорвалось на катере, остается загадкой. Но очевидно, что списать на сепаратистов здесь уже не получится. И искать виновных нужно среди своих. До момента выхода сюжета в эфир нам не удалось получить от СБУ ответа на наши информационные запросы. Секретные материалы будут продолжать свое расследование и обещают выяснить, что же на самом деле произошло и кто виновен в крушении пограничного судна и гибели 2 людей.